Тема освоения месторождений Курской магнитной аномалии и строительства ОМК пробуждала творческий интерес у художников со всего Союза. Многие живописцы в 70-е и 80-е годы прошлого века специально приезжали в Старый Оскол, чтобы запечатлеть ход исторических событий. Выставка «Фундаменты» собрала лучшие картины о становлении ОМК из фондов трех хранилищ – художественных музеев Старого Оскола и Белгорода, а также Губкинского краеведческого музея. Старооскольский художественный музей провел большую научно-исследовательскую работу для того, чтобы рассказать и о людях, и о тех афоризмах, которые были в то время, и о нашем комбинате в целом. Мы думаем, что для металлургов мы сделали большой подарок. Здесь важна атмосфера, приглушенная тональность, разнообразие техник и материалов, с помощью которых художники передавали настроение рождающегося производства. Многие использовали довольно редкий уголь, линогравюру. Картина «Фундаменты» стала отправной точкой создания экспозиции. Есть одноименная работа Масабиха Ахунова, воронежского художника, интересная гравюра, где он изобразил рабочих, которые возводят фундаменты строящегося Оскольского металлургического комбината. И эти прекрасные гравюры очень хотелось показать зрителям то, с чего все начиналось. Магическое пятно карьера Ильи Хигая. Мужественный портрет Горнового кисти художника-соцреалиста Ростислава Задорина. С каждой картиной выставки все четче проступают очертания Оскольского комбината, особенности уникальной технологии и жизни людей. Оптимистичный пейзаж с живописной городской стройкой. Это дорога на ОМК кисти Бориса Скрынникова. В коллекции есть еще одна дорога на комбинат. Полотно Николая Бунтюкова. Это произведение, как и тематическая картина «Центральная проходная» Александра Шебердяева из собрания Губкинского краеведческого музея. Обычно живописные коллекции у нас небольшие в краеведческих музеях, и получить приглашение от художественного музея для участия в выставке – это очень важно. Дерзко и ярко, кричаще, в плакатном стиле. Цветная линогравюра «Разливка» Анатолия Гетманского из собрания Белгородского художественного музея передает жаркое настроение напряженной смены. С этой горячей атмосферой теперь знакомы и старооскольские художники. Недавно они побывали с экскурсией в электростареплавильном цехе ОМК и на основе впечатлений написали несколько картин. Здесь выдержано очень все. На этой выставке все выдержано. Но это, видимо, соответствует эпохе того времени. На самом деле передает дух металлургии. Я никогда не была на территории ОМК, видела издалека. И вот, например, в том зале представлена работа, проходная, по-моему, она называется. Прям, да, живо. Мне очень понравилась картина «Смена идет». Она живая, понимаете? То есть она реальная. Реальные люди, видимо, идут на работу. Фундаменты реальны, ценны и полезны всем, кому интересна история. Выставка продлится до 27 июля. Металлургам вход бесплатный.